Всем, ребят, привет! С вами Седой Копатель. Наконец-то пришла долгожданная весна. Да, пора начинать копать. Но пора не только для копателей, но для рыбаков, строителей, фермеров, охотников. В общем, сезон открывает большие возможности для всех. Но мой канал для копателей, так что мы сегодня будем, наверное, копать. Отправляемся на коп. И с открытием сезона нужно делать обновку. Сегодня мы обновляем костюмчик. Осень-весна. Достаточно теплый. И обо всем подробно я сейчас вам расскажу. Какие здесь фишечки, стоимость, где это взять. И для особо таких близких будет скидочка. Так что смотрим и наматываем на ус. На седой ус. Костюм весна-осень. Носить можно вплоть до нулевой градусов. А если термобелье одевать, то и до минусовой. Все зависит, насколько вы теплолюбивы. Пошит из ткани полуфлис. Полуфлис – это сложносоставной материал, в основе которого лежит полотняная основа, утепленная флисом. Ткань с терморегулирующими свойствами и влагозащитной пропиткой. Благодаря сложносоставной структуре одежды из полуфлиса способна сохранять тепло, защищать от влаги и ветра. Не буду вдаваться в подробности производства ткани, но скажу, что полуфлис прочный и плотный, при этом не сковывает движение, не шуршит, хорошо растягивается и возвращается в первоначальную форму. Качество кроя меня тоже удивило. Костюм сидел как влитой. Я даже увидел свою талию. Все лекала по ГОСТу. Так что не получится так, что костюм мал или великоват. Переходим к качеству шитья и отделки. К этому у меня тоже нет никаких нареканий. Все сделано качественно. Ровные строчки, натяжение нитей. Все на высшем уровне. Не только снаружи, но и внутри. На куртке имеется 4 кармана со вставками Oxford с замками. На штанах 2 накладных кармана с замками и 2 врезных. На рукавах широкие резинки, также резинки по талии и на поясе штанов. Пояс также дублируется затяжным шнурком. Радует, что в этом костюме есть и капюшон, который спасет от ненастной погоды. Следующий вариант – это костюм летний, пошит из ткани твид. Пошив аналогично первому образцу, все на высшем уровне. Различие лишь в ткани и расцветке. Твид не уступает предыдущему костюму. Он также прочный и долговечный, мягок и эластичен. Ткань имеет гигроскопичность и терморегуляцию, не сминается и благостойчив. В пошиве этих костюмов не зря выбраны эти материалы. Нам ведь важно удобство, комфорт и практичность, а главное – долговечность. А чтобы эти костюмы прослужили долго, нужен уход. Стирать при температуре не более 40 градусов. Отжимать при минимальных оборотах. Глажку и отпаривание исключить. Ну и напоследок, стоимость костюмов порадовала не меньше. За такое качество продавец просит всего 4000 рублей. Не в зависимости от модели. Приятный бонус тем, кто закажет 2 комплекта, скидка в 500 рублей. Мелочь, а приятно. А также от себя лично хочу вам сделать небольшую скидку. Скидку в 10%. Любой, кто закажет один костюм через промокод «Я от Седого Копателя», продавец вам сделает скидочку. Так что пользуемся. Седой плохого не посоветует. Приятной покупки и долгой носки. Всем пока, а мы продолжаем.